На стадионе «Электрон» в Краскове прошло первенство городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд. Это первая игра в новом сезоне. На матче открытия побывали мои коллеги. На поле готовится выйти люберецкий «Спартак» и команда «Болятина» из поселка Октябрьский. Красно-белые будут играть в новом составе. Но взаимная поддержка и чувство локтя уже есть. Настрой боевой. Команде пожелаю только побед и успехов в начале сезона. Болельщики дружно поддерживают игроков. На матч открытия любители футбола приехали из разных подмосковных городов. Футбол все больше и больше становится популярен в городском округе Люберцы. Достаточное количество прекрасных стадионов, на котором одно удовольствие заниматься футболом. Приходите на футбол, болейте за свою любимую команду, поддерживайте округ, поддерживайте своего партнера. В начале мая люберецкие футболисты успешно выступили в первенстве Московской области. Теперь спортсменов ждет серия матчей окружного турнира. В этом году мы подтвердили участие порядка 10 команд. Это большое количество для любого муниципалитета, вообще Московской области. В нашем первенстве принимают участие наши соседи, наши друзья с муниципалитетов Лыткарино, Котельники. И заявилась даже одна команда с Москвы. Мы ждем интересной борьбы, хороших соревнований. В новом футбольном сезоне до конца сентября будут сыграны около 90 игр. Матчи пройдут на стадионах городского округа Люберцы и в соседних муниципалитетах. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.